Женщина приютила дворового котенка, а через 3 месяца выяснилось, что он был вовсе не тем животным, каким она его считала. Женщина нашла на улице крошечного котенка и решила приютить его. Однако она и подумать не могла, что целых 3 месяца он был совсем не тем животным, каким она его считала. Саманта Уоррен жила в живописном и тихом пригородном районе в штате Калифорния. Каждые выходные она старалась утром совершать велопрогулки. Она любила ездить по безлюдным и тихим улочкам. Однако это воскресное утро не было похоже на все остальные. Саманта ехала по дороге, как вдруг вдали она заметила рыжее пятнышко, которое медленно передвигалось через дорогу. Подъехав чуть ближе, женщина разглядела совсем еще крошечного котенка. Она тут же остановилась. На вид котенку было 2 недели. Казалось, он только открыл глазки. Велосипедистка была удивлена, так как неизвестно, откуда эта крошка могла появиться тут. Сперва Саманта подумала, что уличная кошка родила и оставила своих котят. Или же этот малыш один отбился от своего семейства и потерялся. Но позже женщина решила взять котенка и обойти соседние дома. Вдруг у него есть хозяева, которые ищут своего питомца. Она обошла соседей. Но этот котенок никому не принадлежал. Делать было нечего, и Саманта решила приютить малыша у себя дома. Тем более других питомцев у нее не было. Сэм, так назвала котенка женщина, привыкал к новому дому и к хозяйке. Вот уже 3-й месяц Сэм жил у Саманты. Это был жизнерадостный, активный и забавный котик. Сначала он ничем не отличался от других дворовых котов, но спустя какое-то время он заметно изменился. Сэм был гораздо крупнее обычных котят. На его ушах и лапах шерсть стала расти необычным способом, будто появлялись некие кисточки. Саманта не обращала особого внимания на это, пока ее подруга не зашла в гости. Увидев Сэма, она стала восхищаться тем, какой у женщины красивый и породистый кот. Саманта возразила, сказав, что это обычный дворовой котик, которого она нашла на улице. Подруга улыбнулась и сказала, что это вовсе не дворняжка, а самый настоящий мейн-кун. У ее дочери был точно такой же котенок, а впоследствии и кот. Саманта была шокирована этой новостью. Она поверила подруге, но все же решила отвезти Сэма в ветеринарную клинику, где ей тоже это подтвердили. Оказывается, она подобрала не просто кота, а породистого. Теперь у женщины живет настоящий, большой и рыжий мейн-кун. Правда, Саманта до сих пор гадает, как такой кот оказался один на дороге. Но все это уже было не столь важным. Важно было то, что Сэм был в безопасности, дома и с любящей хозяйкой. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного. И не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.